Всем привет, добро пожаловать на канал Сокол Бэйс. Сегодня будем испытывать судьбу. Втыкая камни духа в оружие. Поехали. Мы имеем 9 камней духа и 108 самоцветов ранга S. Это на 9 раз. Поехали. Так. Зачаровать, зачаровать, зачаровать. Говорим еще раз. Отменить зачарование. Да, все. Поехали. Как повезет. У братьев Лес 95 эпохи 7 миллионов стоит. Ну что ж, меч. Камень духа. И самоцветы. Закрываем глазки, смотрим. И дало нам точность и шанс фискрит атаки. 0,5%. Нахрен убираем. Так, не подвисай. Сегодня что-то с интернетом вообще не слава богу. То черепаха, то слайд-шоу. Опять закрываем глазки. Опять простой. 500 маны и маг крит атак. Шанс маг крит атаки. Нахрен убираем. А денег у нас все меньше и меньше. Что ж, продолжаем. Раз. Два. И три. Поехали. Опять простое. Опять не то. Надало нам. Но это старый ЛС показывается. Этот. Снимаем. Угу. Продолжаем. Не обращайте внимания на эту хрень. Потому что это пишет старое все. Поехали. Во! Шанс удержания и максимальная ЦП плюс 175. Не серьезно как-то, ребят. Примерим. Нахрен убираем, не надо нам. Это фуфел. 170 ЦП нам ничего не даст. Дубль. Пятый, вроде бы. Нет, меньше. Четвертый. Пятый дубль. Пошел. Простой. Плюс 5 скорость атаки. Опять маг атака. Ну вы издеваетесь, что ли? У танка нету маг атаки. Просто элементарно нету. Осталось 4 попытки. Поехали. Физ атака плюс 61. Парализующая атака у танка есть, но 61 не устраивает. Смотрим. Внешнее оружие светится также. Нахрен убираем тоже. Не хочу я. Ух, война идет-то какая. Аж все трясет. Во, пошло-то как. Ну что ж. Маг атака физически. Так, испытаем-ка. Раз. Предметный. Предметный навык. Вот он. Перетаскиваем его на место, на место. Вот это. Все. Окошечки повыше. Так, ты вон там тоже наблюдай. Сейчас тебе окошечко сделаем. Вот оно как. 2700, а мои наносят. 6. Ну что ж,
На этом... А сколько маны ест? 50. Ну что ж. Ну... Не серьезно, как бы, честно говоря. Давайте-ка, может, еще фартанет. Так, еще раз показываю. Мой сейчас всего лишь 5000. Это по игроку будет совсем мелочь. Нафиг не нужен. Убираем. Продолжаем. Еще последние две попытки. Закрываем глазки. Смотрим. Вот оно. Вот это уже интереснее в разы. Заходим опять в активные. Оглушает цель. Замечательно. Завершить, завершить, завершить. Все. Оставляем этот ЛСик. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, комментируйте. И мы будем делать всякие рандомные вещи в Lineage. Дальше. Идеи можете писать в комментариях. Так что будем проверять, что смогу, конечно. А с вами был Дмитрий. До следующих встреч.